Здравствуйте, уважаемые блогеры. Ну вот сегодня уже пятница, я вот бегаю здесь по Конгрессу, купаюсь туда. И вот я, так сказать, сегодня хочу прокомментировать. Сегодня состоялся приговор. Вот Конгресс. Кстати, вот если так посмотреть, друзья мои, то Конгресс сверху так вроде что-то подделали, видите, вот подлатали. А вот смотришь на несущие, все изношено. Все изношено. Все в черном году построили. Ничего же не обновляли десятилетиями. Все изношено. Вот смотришь, кирпичи торчат, все цемент, все, все же регламентские работы, все это не выполняется. Все. Я не представляю, что дальше будет. Потому что износ такой основных фондов колоссальный. И вот сегодня был приговор чиновнику мэрии, администрации Перми. Дали штраф. Прокуратура требовала. Значит, 8 лет. Причем квалифицировали, и судья квалифицировал действия и в приговоре постановил 290 часть 6. Особо квалифицированный состав. Особо тяжкий. Санкция, разбег от 8 до 15. Прокурор просил 8. Мало просился, надо было. И дали всего. И дали штраф. То есть, понимаете, ну какой ценить, какой пиздец, какой 1,5 миллиона взял. По американскому законодательству, чтобы вы знали, что такое 1,5 миллиона, это 50 тысяч долларов. Друзья мои, это бешеные деньги у американцев. Это преступление первой филонии, ФБР расследует. Понимаете, хищение свыше 50 тысяч и так далее. Это у американцев очень большие деньги. 50 миллионов, это, конечно, так сказать, цепочка небольшая, так сказать. Мы-то думали, ну, наивно, конечно, что будут крутить, раскручивать, 210-е, будут посадки, будут, так сказать, законность восторжествует. 10-й особо тяжкие суставы, организация сообщества преступного с целью совершения тяжких и особо тяжких. Козятка вся особо тяжкая, и там все нормальные срока, но ничего этого нет. Какого-то назначили дежурного, получил, конечно, он не себе брал, это руководство города брал. Они отвозили еще дальше. Это все система, которую, конечно, ломать, потому что все изношено. Но как вы не понимаете, что это моя страна, наша родина. Никому, если мы с вами не встанем, так сказать, и начнем возмущаться, и начнем активно как-то проявлять себя. А им же это, они же без как сказать, ну что тут наш мэр, базовое образование, ИСТФАК закончил заочно. Да что он понимает в управлении и так далее? Он же безграмотный и так далее. А им это ничего не надо, они думают, что наворуют за границу, это как одноклеточные существа, понимаете? Если, допустим, капитал в России все-таки о чем-то думал, о будущем думал, как будет со страной, как, то это советские инженеры по 120 рублей получали, в приватизацию стали миллиардерами, а ментальность так и осталась ментальностью инженера на 120 рублей. Только военные, вот я могу, мы спасем, что мы думаем о родине. Я вам хожу, видите, как, вот одна футболка, вот трусики простенькие, так сказать, костюмчик простенький, но думаю о родине, о стране, потому что надо, чтобы все-таки дальше жила, трудились, работали, защищено было, справедливость была, а им это нахер не надо. Они посмеиваются, улыбаются. Они без одноклеточные существа, они не понимало образованы. Они понимают, что никому они не нужны. Кошмар. И дали всего штраф. Он уходит, улыбается. Ха-ха, елки, вот страна была. Раньше паука РФСФСР, взятка, это расстрел. Дали бы расстрел. Но сейчас их время настало. Они делают, что хотят. Но вы-то не живете. 90% граждан не имеют никаких накоплений. Никаких. Вот я хочу оставить после себя страну, город, и чтобы все население было обеспечено. У каждого была книжка, накопление и так далее. А я, как Сталин, в одних сапогах рваных уйду, а и мне ничего не надо. В деревню кого-нибудь уеду там, буду сидеть там, так сказать, где-нибудь на заваленке. Зато страна, огромная империя. Танки, пушки, полиция. Все работают, все защищены, все, так сказать, ухоженные, наука. А этим похер все. Нажираться, бабу затащить, даже бабу уже не могут трахать. Даже хуй не стоит. У меня стоит, и все я нормально делаю, и вот все знают, что я умею это делать. А они даже этого не могут. По мужикам бегают, там, жопу мужику сувать, что за удовольствие. Так что только мы с вами. Поэтому я предлагаю создать инициативную группу по внесению изменений в Конституцию, где прямо прописать право граждан на революцию.
Законный акт революции. У Конституции США это есть. Прямо запишем. Право граждан на революцию. И посмотрим, что власть скажет. Ох, они хотя что они скажут. А бандиты, блин. Нет таких преступлений, которые бы они не совершали. Им пофиг на это. Ну а страну отдавать им что? Тоже так, просто отдать и все что? Должны работать, трудиться, должна быть справедливость. Ведь человека труда никто не защищает. Ну кому он нужен? Ну я, ладно, там, бужу, но я способен за себя постоять, когда юрист знаю. А он кому нужен? Он себя чувствует ущербным. Вот она работает. Видите, он работает оператором. 12 тысяч получает, ни система льгот, ничего нету. Кому она нужна? Никому не нужна. Кто ее будет защищать? Да никто. А я хочу, чтобы все были защищены. Поэтому вот это есть. Когда вот мужчина созревает? Когда ему хочется что-то отдавать. Не просто взять, брать. Ерунда, все, если мне надо будет, я в тени. Он. Все это несложно. Но надо что-то после себя оставить. Страну, империю. Вот Сталин умер, и одни сапоги остались. Но какая империя была? А ему нахер ничего не надо было. Маньяк был. Ну да, был маньяк. Но зато нам-то с этого плохо разве. Мы все жили, трудились. Моя бабка говорила, прижали, нехорошо жили. Старая бабка была. Мы, говорит, что, ничего не боялись. Ну, боялись, говорит, опоздать, нарушить. Но, говорит, жили хорошо, а я ей верю. Поэтому, видите, вот она без. Это контейнер, это все. Кран, видите. Но все изношено. Вот смотришь по структуре, по бетону, все изношено. Все, так сказать, требует какой-то... Да, видимо, нельзя это снимать. Я себя снимаю. Нет. Ну, да, все. Спасибо, ваш Бессонов. Спасибо, Борисович.